Момо! Момо! Эй, киска! Ты куда залез, маленький? Ты что? Филька, это ты его научил, да? Он же маленький такой. Маленький, слезай давай оттуда. Филя, ты ничему хорошему не научишь, да? Только безобразию. Слезай, слезай, слезай давай. Слезай. Господи, мелочь. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Вот так вот. Вот так. Ой, надо бабушке мусор вынести. Вот так вот и носится целый день. Вот, сейчас нам Витя поставит машину прямо вот в этот гараж. И мы будем в больнице, не будем переживать, что у нас с машиной. Человек первый раз едет на автомате. Черный. Да, Витя, вот так и на старости лет научишься и на автомате ездить. О, оказывается, тут гараж свободный у другого его. Вон, наш дом. И вот на углу этот дом. Машин-то, машин на волне. Я говорю, машин-то на волне. У тебя маленькая машина. Я тут отвечу. А что, места много занимает? Да я не привычно. Туда можно. Да она пройдет еще вперед. Так вот. Здесь-то она, видишь, ворота не закрыты. Я ж непривычно. Ну да. Не видно еще. Да Алинка сколько ездит? 4 года, а габаритов не понимает. Езжай, езжай вперед. Аккуратненько. Вот говорю, палочка-выручалочка наша. Дай Бог ему здоровья. Что бы мы без него делали? Ты что, заехал? Нет? Да. Там вроде нормально. Здесь тоже закроется ворот. Там вроде еще место дофига. А мне кажется, уже близко, знаешь? Ну. Хотя тут место еще ого-го. Если бы ты здесь впереди постояла. Давай постою. Здесь вот. Можешь чуть-чуть вперед. Хотя она уже, в общем-то, нормально. Да зашла. Можно, куда будет? Можно останавливать, да? Так, так оставлять ее. Главное, что она закрыта будет. Вот самое главное. Да. Это ты ради этого приехал? А как ради этого? А когда? Когда вы? Завтра же живы? Не, послезавтра. Какая разница? Вот ключ. Я закрыл, по-моему, или нет? А ну. Сейчас посмотрим. Ой, она никому тут не мешает. Никто не поцарапан. Мало ли что. Я сама переживаю. Так вот, это ж машина. А вот чувака, он сейчас все равно может ничего не понять. Все равно не стоит. Здравствуйте, мои дорогие. Хочу поделиться с вами неприятностью, которая у меня сегодня случилась. А случилась эта неприятность
по вине моей безголовости. Голова вообще перестала работать. Ой. Ложиться нам в больницу послезавтра. Приперло мне постричься. Потому что у меня же волосы кудрявые, и они начинают отрастать. И вот такими завитушками в разные стороны. В общем, я уже так отвыкла, давно стригусь так коротко. Причем у меня даже этой расчески нет. Я ей не пользуюсь. Ну, думаю, сейчас постригусь, да и ладно, что там. Вот. А стригусь я сама под машинку. Начала стричься. Машинка чего-то не стрижет. Думаю, надо ее смазать. Сняла эту насадку, ну, на которой длину ты устанавливаешь. Вот. Почистила ее, смазала. Включила и провела по голове. А то, что на ней насадки нет. Ох. Так что те, кто видел фильм «Солдат Джейн», ой, не пугайтесь. Вот так. Ой, теперь надо искать или шапочку какую-то. Ой, не знаю, или платочек какой-то. Это в Европе можно так ходить, там никто внимания не обратит. А тут-то я и так-то хожу с короткой стрижкой. Вот так вот. Сама нажила себе проблему. Ну ладно, будем выходить как-то из этой ситуации. Что делать-то?